18 декабря в гимназии номер 2 имени Александра Сайтиева прошел чемпионат по настольному теннису среди работников городского управления образования. В общем, приняли участие свыше 15 преподавателей. Соревнования приурочили к прошедшему Дню Конституции Российской Федерации. Гостями состязаний стали начальник отдела по физической культуре и спорту Магомедали Газимагомедов и специалист отдела по физической культуре Багавдин Кунеев. Всех участников чемпионата от имени главы города поприветствовали Магомедали Газимагомедов. Мне очень приятно присутствовать на наших мероприятиях. Мероприятия были посвящены Дню Конституции Российской Федерации. От имени главы администрации города Замбина Олеговича Акмазова и от городского собрания я вас от души поздравляю с этим прошедшим праздником и с наступающими праздниками. Те мероприятия, которые вот сейчас мы проводим, она имеет огромную роль для подражания молодежи. Вот мы старшее поколение и играем, продолжаем тренироваться, продолжаем играть в настольный теннис, развивать этот вид спорта. Вам, учителям города, вам, всем педагогам, значит, я вам желаю здоровья, добра, благополучия и всего-всего самого хорошего. Чемпионат проводился по олимпийской системе. Она применяется для быстрого выявления победителей соревнований. Также она удобна для массовых соревнований с большим количеством людей. По итогам соревнований победителем чемпионата по настольному теннису стал Хизбулла Сайпудинов, 19-я школа. Второе место занял Расул Мурадов, многопрофильный лицей. И бронза досталась Рахиму Пантиеву, преподавателю 15-й школы. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».